Шестой соревновательный день на 30-х летних Олимпийских играх начался для российских болельщиков с обнадеживающих результатов. Ксения Перова пробилась в четвертьфинал турнира «Лучница». Один из главных претендентов на золотую медаль Тагир Хайбулаев вышел в 1/4 финала соревнований по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов. Всего на Олимпиаде сегодня будут разыграны 18 комплектов наград. Наиболее предпочтительными представляются шансы на пьедестал у Василия Мосина в стрелковой дисциплине дубль-трап. После стартовой квалификационной серии россиянин занимает первое место. Виктория Комова и Алия Мустафина поборются за победу в индивидуальных соревнованиях по гимнастике. Россия занимает в неофициальном общекомандном зачете 10-е место. На счету наших спортсменов 2 золотые медали, завоеванные дзюдоистами, а также 4 серебряные и 5 бронзовых наград. В спину России дышат еще 2 сборные, в том числе и хозяева игр Великобритании. У них тоже по 2 золота, но меньшее количество медалей другого достоинства. Лидерство в главной олимпийской таблице удерживает Китай. Его главный конкурент – команда США. Она отстает на 5 золотых медалей.